Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео будем с вами разговаривать касательно начальной энергетики, которая позволит вам запитать все ваши начальные здания. И вам этого хватит примерно до второй фазы. Дальше уже будет немножко поинтереснее, но мы потом об этом поговорим. И вообще в конце игры касательно всей энергетики мы тоже поговорим. Ну что ж, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, осмея контент. Поехали. У нас не так, чтобы прям много вариантов в данный момент, у нас их только два. Либо мы работаем через сжигатель биомассы, который у нас установлен, но я этого не рекомендую вам делать, у него выработка у каждого по 20 мегаватт. Либо мы берем и ставим сжигатель биомассы. Он вырабатывает, конечно, 30 мегаватт, но все же с ним работать немножко удобнее в дальнейшем будет. Чтобы его произвести, вам хватит стартовых ресурсов, которые у вас уже имеются. По поводу производства каждого типа ресурса будем говорить, конечно же, но отдельно. В общем, нажимаем также клавишу Q, сжигатель биомассы, и втыкаем его, где нам удобно. Не обязательно в каком-то определенном месте, допустим, просто ставим здесь. И смотрите, что у нас есть. Теперь нам нужно создать сеть. То есть нам нужен электрический столб в размере одной штуки, чтобы он просто-напросто был, и провод, точнее линия электросети. И все хорошо, все работает. Если что, это находится в разделе энергетики, линия электросети, электрический столб. Как видите, стартовых ресурсов еще хватает. Теперь что касательно топлива, потому что просто так это на чистом слове работать не будет. Нам нужно нажать, чтобы настроить сжигатель биомассы. И тут у нас есть несколько вариантов. Это либо у нас цветочные лепестки, это либо листва, это либо древесина. Можем еще, конечно, исхитриться, но... Да, давайте все-таки сейчас покажу вам это, как это делается. Заходите, вот, допустим, биомасса из листвы, зажимаете и делается. Она более, так сказать, энергоэффективна. И просто делаем там энное количество, 200, в принципе, нам хватит надолго. Если не знаете как... Друзья, что касательно топлива, у нас есть несколько вариантов использования того, что находится прямо перед нами. Это обычные кусты. Просто собираем их как чеканутые и бегаем, нажимая клавишу Е, собираем много-много-много-премного. И не нужно с этим заморачиваться, конечно, можно сделать еще лучше, но пока рано, нам хватит этого. Особо себя сильно не грузите в этом плане. Ну вот, сколько-то там вы сделали, и просто тупо направляетесь к нашему генератору и запихиваете туда то, что там имеется. Ну то, что, то есть то, что мы собрали. И как раз таки поэтому я рекомендовал данное место, помимо того, что здесь ресурсов дофига, то тут еще, ну в смысле то, что они бесконечные, можно ставить там и фигач в полной программе, так тут еще и много растений. В общем, заходим, прожимаем, хопа, и листва пошла. Даже вроде отображается, что отправляется в сжигатель биомасс. Теперь заходим сюда и смотрим, сколько производится, сколько требуется, или наоборот. Но он сейчас не работает, потому что у нас нету потребления. Но мы скоро к этому вернемся. А если хотите подключить что-либо, то просто нажимаете клавишу 2, потому что у вас это уже выделено. Нажимаете левую кнопку мыши и ставите, куда вы хотите что подключить. Никаких проблем нету. Но есть одно но. На один столб можно подключить только лишь 4 провода. То есть вот в этом случае, если мы работаем через эти... Нам нужно отдельно подключить каждый к этому и к общей сети. Тоже не забывайте. Также еще можете использовать в плане энергетики цветочные лепестки, деревья, ну и все, что попадается под руку, когда собираете. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно... Satisfactory, чуть не сказал Factorio, и это вроде третье видео, потихонечку-потихонечку идем вперед, и возможно будет выходить по 2, а то, блин, уже может и по 3 видео в день, пока непонятно. Также будут ссылочки на другие игры с этого канала, включая даже брата-близнеца практически данной игры, Factorio. Там в районе 70-80 видосов на канале, тоже очень неплохая, если что, попробуйте, как Satisfactory, но двухмерная, без многоэтажного строительства. Тоже довольно неплохо, рекомендую. Также будут и другие игры, и включая основную игру данного канала, Elite Dangerous. Там вообще 400 с лишним видосов записано. Игра довольно неплохая. И довольно самобытна. Плюс еще будут там ссылочки на плейлист по Киберпанку, Геншину, ну, Геншин Impact, который, прохождение Вальхейма, гайды по Вальхейму.
Ну и так далее. А, ну еще и прохождение хорроров, да. Я их боюсь за усрачки, но они очень интересные. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервера и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы могли общаться друг с другом на различные темы, по различным играм, кооперироваться, чтобы поиграть во что-то определенное, хоть в какую-нибудь онлайн-игрушку. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.